Дагестанский хищник сильнее уральского халка. Наш земляк, боец ММА Магомед Исмаилов одержал очередную победу. Накануне на турнире лиги ACA в Москве он встречался со спортсменом из Екатеринбурга Иваном Штырковым. Поединок полутяжеловеса возглавлял турнир и по праву оправдал все ожидания. Бойцы провели в клетке 3 бескомпромиссных раунда. Победителем единогласным судейским решением был признан Исмаилов. После боя 34-летний атлет попытался завершить спортивную карьеру, но его отговорили болельщики. Знаете, почему я положил эти перчатки туда? Вы будете скучать? Будете скучать, честно? Поэтому я не буду их там оставлять, раз вы будете скучать. Я не дам вам скучать! Ранее важные для себя победы одержали двое дагестанцев. Магомед Расул Гасанов одолел Артема Фролова, и Муслим Магомедов взял верх над Маратом Гуговым. Теперь оба вошли в круг претендентов на участие в титульных боях.